Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Что нам теперь делать? Мы продолжаем играть как-то в Хумельсдорф. Хоббер, живее! Ну же, Хоббер, ну, давай. Вставай! Сюда идут! А я? Ложись. Что? Ложись. А я? Джейкобс, залезай! Живо! Давай. Вот так вот. Будем смотреть из-под руки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, давайте рыло-то показывайте. Не двигайся, даже не дыши. Да я не собирался. Давай постреляй. Может быть, они внутри? Выясните. Ага. Не попал, не попал. Косой, косой. Коннор, где вы там все? А в трупах лежим. Все. Сейчас выйдем. А-та-та-та-та. Эти фотографии мне передал товарищ, у которого есть связь с сопротивлением. Все мы подозревали. Нет, знали, что подобные злодеяния случаются. Но увидеть своими глазами — это просто невероятно. Но мы должны быть благодарны за доказательства. Мы видим, что нам противостоит враг, стремящийся уничтожить в нас все человеческое. Но те, кто закапывает солдат в безымянных могилах, не похоронят сопротивление. Если земля засыпала безмолвные уста бойцов, мы будем говорить за них. Ну, конечно. Мы расскажем миру их историю. Имена погибших не будут забыты, пока мы сражаемся за их память. Эта земля снова станет нашей. Сопротивление готовит операцию, которая вернет нам один из крупнейших городов Ойли. США. Ойли. Вы слушали «Голос свободы». Голос. Конец связи. Какой кошмар. Какая фантастика. Фантастика, просто фантастика. Твоя рана еще не зажила. Ничего страшного. Садись и валим отсюда. Обо мне не беспокойся. Будь осторожнее, ладно? Хорошо. Я прибежу за ней. Хорошо. Удачи. Если что, во время аварии прячь свою голову между колен моих. Отлично справляешься. Побольше бы таких. Вот я тебе знак класс показал. Понял. Понял. Жаль, что нету манипуляции руками в записи. Ну, что так темно-то? Эй. Ходу добавь. Светлячки у нас. Мы едем, едем, едем. Так, парни, сейчас будет первая точка высадки. Так, мы вас высадим, потом Хоппер закрепится на Ист-Плазе. Я доеду на фургоне до главных ворот и там встречусь с ребятами Ганнисона. Мы на месте. Хорошо. Хорошо. Ты будешь за снайпера, Джейкобс. Бери винтовку. Давай. Это мы умеем. После второго залпа подойдут остальные. Вы двое прикрывайте нас сверху. Мы расчищаем дорогу Голиафу, потом вместе вламываемся на склад и ищем колонну с топливом. Надеюсь, ты готова вышибить из этих гадов все мозги? Да, без проблем. Сиди тихо, не высовывайся. Ты почему мной все командуют? Почему? У меня есть тоже свое мнение. Тебе понятно? На парковке чисто, но они могут сидеть внутри. Вас только двое? Еще подойдут, пока не начнет фейерверк, не высовывайтесь. Итак, берем газету, читаем на паузе. Что, все что ли? Быстро прочитали? Так, винтовка спрятана, оружие второе не показано. Газета. На паузе читаем. Процесс интеграции в Корее продолжается. Ждем, пока Коннор все сделает.
Топ-топ-топ. Пока Коннор все сделает. Вы на меня рассчитываете? Заходите. Назад. Я за вами. Если они увидят нас здесь, весь план полетит к черту. Ну давай. А я снайпер, я какого хрена-то вообще? Сюда-то с вами иду. Ну, бабочки летают. Лишь мать, мы что только так идем? А где мое оружие? Почему оно не высвечивается? Не выбирается. Эй! Я для них злодей. Знающий секрет. Я подразнился. Ничего? Час от часа не легче. Ну чё, привыкай. Готово. Вот такой вот я. Шутник. Давайте, давайте, давайте. На меня не нападайте. На паузе читайте. Время, Коннор, давай. Понял. Начинаем. Ну, приступим. Вон там, слева. Эй, так. Кто там? Они приближаются. Хоппер, зажигайся. Бум. Понял, стреляю белым фосфором. Бамс. Прекрасно. О, господи. О, боже, этот запах паленого мяса. О, пристрели, чтобы не мучились. Хрен там. Что за кретины? Хоппер, где второй заряд? В процессе. Дьявол, сейчас будет горячо. Все к бою. Давай, кто там? А почему я должен, да, что ли, это? Командовать парадом я должен? Где ты? Где ты? Я пожарил котлеты. Давай, что, я тебе освободил путь? Подскользнулся, упал. Открытый перелом. Очнулся, гипс. Черт, прямо на нас! А куда я тебе побегу? Ни хрена. О, я бы с удовольствием. Меня как-то так выкинуло без тебя. Нужно идти к башне. Давай за мной. Белым фосфором. Бежим! Оживецкая конвенция запретила. Да бегу я, бегу я. Вы меня слышите? Не трогайте меня. Вау. Я был напуган. Прошу прощения. Кто-нибудь, ответьте, ответьте. Ну, давай вставай, добеги. Девочка ждет. Простите меня, простите. Ешь твою мать. Давай. Я не нарочно. За мной. Ты чуть не убил нас не нарочно. Где баба? Держи не глубоко, через нос. Потерпи еще минутку, потом фосфор выгорит, и мы пойдем дальше. Черт, Коннор, мы облажались. Там же половина наших сгорела, мы никогда не... Хватит сопли распускать, мы это сделаем. Ой, а вертолеты можно сбить? Ты с нами? Да. О, черт, атакуйте вертолет! Ложись! Держись за что-нибудь! За что тут можно держаться-то? Ты что за... Придурок, держите за что-нибудь. Вон, девчонки, мясо! Видать, вон, вот у вас что, переехало? А, нет, живая. Господи, а дело-то идет все лучше и лучше. Перепугался за тебя. Да ты-то, мужичок, с ноготок. Иди-ка ты нахрен. Пушку. Будем брать магазин. Стройтесь позади Голиафа. Если проломим большую... На крышу! Воу. На крышу, это Эми. Как
Голиаф отрубился! Нельзя подпускать к нему Эми! Голиаф снова в строю! Так. Кто еще там? Откуда? Найти работу? Давай, хреначи. Давай, на. Сейчас мы найдем тебе работу. Ты мне говоришь вперед? Дай хоть. Хорошо. Давай, Голиаф. Они отступают. Продолжайте давить. Перегруппироваться перед магазином. Падла, убежал. Идите за Голиафом. Давай, давай, тут осталось на патронов-то. Хер да нихера. Два раза плюнуть. Вертолет вернулся! Голиаф не устоит против вертолета! Сбейте его! Мы не можем потерять Голиаф! Используй Голиаф! Сбей птичку! Ой! Ой! Ой, мне что-то так прям по шее досталось сейчас. Голиаф не устоит против вертолета. Сбейте его! Мы не можем потерять Голиаф! Используй Голиаф! Сбей птичку! Да, ну сбить-то я сбил, правда, а почему он по мне-то так, он прям вот меня чувствует? Голиаф не устоит против вертолета. Бейте его! Мы не можем потерять Голиаф! Тихо, тихо. Используй Голиаф! Сбей птичку! Вот так. Вертолет сбит! Он падает! Бегите прочь! Куда падаете? Подкрепление! Западные ворота! Мы должны удержать эту парковку! На! Давайте! Фракшенной установкой засел в башне! Враг скутер! Спаси их! Давай, не беспокойся! Не беспокойтесь за меня! Уничтожьте лях и дам! Нате, 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 нате вам! Враг скутер! Спаси их! Вау! Огонь по ресторану! Да это как огонь! Установкой засел в башне. Огонь по ресторану. Средний танк. Давайте, давайте. Танк готов. Отличная работа. Кто еще остался? Они отступают. Это наш шанс попасть внутрь. Давайте за мной. Что значит шанс? Мы и так попадем в него. Голиаф твой. Держи парковку, пока мы не вернемся. Понял, я не подведу вас. Ты лучше заткнись и делай дело. Держи парковку. Сюда, к забору. Дело делает умело. Тут есть, нет? Джейкоб, строй, мы идем через хранилище. А вы что, разве не со мной? Вы не со мной? Живее, грузовики не станут нас ждать. Твою ж мать-то. А тебе в жопу сейчас прострелю, вторую дырку тебе сделаю. Давай, девчуля. Вау. Я за тобой слежу. А ты за мной слежишь?
Господи, сколько же трупов мы тут оставили? Не о них думай. Они знали о рисках. Нет, никто не заслуживает такой смерти. Где ты вообще взял это дерьмо? Спер у корейцев. Они собирались использовать его в случае восстания. Это не должно было... Читаем на паузе. Новая Корея далеко от демократии. Закончится так. Слушай, нам надо пометить эти цистерны. Ты готов? Давай. Ага. Пошли. Впереди Каина, но они нас пока еще не заметили. Ступай осторожнее. Застанем их врасплох. Вот значит, где они хранят топливо. Противник за кассами! Над вами. По радио говорят, что скоро прилетит еще. Они у касс. Давай. Влево, вправо. Противнику полок. Что там? Ага, все-таки меня одолели, ладно. А вроде так все хорошо начиналось. Сколько же трупов мы тут оставили? Давай. Они знали о рисках. Нет, никто не заслуживает такой смерти. Где ты вообще взял это дерьмо? Спер у корейцев. Они давай, открывай. Использовать его в случае восстания. Это не должно было закончиться так. Может, как есть. Слушай, нам надо пометить эти цистерны. Ты готов? Ага. Давай. Пошли. Впереди Каина, но они нас пока еще не заметили. Вот значит, где они хранят топливо. Они указ. На. Тут только что пролетел вертолет. Вот-вот будет над вами. Противнику полок. Прилетит еще. На. Тихо, тихо. Противник указ. Давайте. Она здесь. Противник за кассами. Спокойно. Тихо, тихо. Что за черт? Разворотки. Ой-ой-ой. Давай. Шевелись. Второй. Кто еще? Давай, кто еще тут есть? Нормально. Скорей! Осторожнее с бочками. Я бы сейчас все отдал за гранатомет. Они лезут через крышу! А где? Ну, не вижу. Давай, где кто? Высовывайся еще. По одному. Прекрасно, пока все идет отлично. Ты че раков стоишь? Ой-ой-ой, вон он. А так-то сразу и не заметишь его, падла. Что ты? Меня ждешь, голуба? Парни, к нам направляется мощное подкрепление корейцев. Нам нужно время, Хоп. Старайтесь держать их на расстоянии сколько можете. Давайте. Сколько сможем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Давай я следую за тобой. Думаю, все с тобой хорошо, правильно? Коннор, нам нужна помощь.
Держитесь, мы не можем быстрее! Мы не сможем продержаться долго! Придется или вам конец? Если больше сказать нечего, лучше молчи! Так, кто у нас? Пока вроде неплохо. Справляемся же. Так, идем, идем. Кто на нас с Мишей? Нам куда надо? Ты скажи, куда нам надо-то? Вот мы стоим. Кто стоим-то? Кого ждем? Второго пришествия? Чего ждем-то? От кого ты там прячешься-то? Давай, шевели батонами. Давай, Джейкобс, дуй назад! Я? Так, мало боеприпасов. Поднимем. Ну, открывайте. Автобаза по ту сторону двери. Организуем небольшую диверсию. Тебе нужно повесить одну из цистерн, пока она не покинула стоянку. Неудача не вариант. Как помечать? Дерьмо! Коннор, грузовики уже двинулись! Черт, ну почему всегда все через задницу? Живее, Джейкоб! Давай живее! Можешь спуститься вниз справа! Выезжай второй... Хватит! Скорее! Давай! Сюда? Куда? Ай-яй-яй-яй-яй! Что ты делаешь? Хватит уже валять дурака! Останови маяк! Давай, давай! Вот так! Молодец! Маяк на месте, уровень сигнала просто отличный! Ё-моё! Классная работа! Мы сейчас к тебе подойдем! Давайте! Значит, оставшийся! Чё вы там? Справиться не можете или что? Я вам помог. Не против? Или против? Сюда, к дверям. Коннор, на парковке нашу приходится нелегко. Есть какой-нибудь план отхода? Ну, какой-то есть. Через магазин. Держитесь до нашего прибытия. Ну, об этом вы узнаете в следующей серии. У тебя есть план, как выбираться? Я что-нибудь...